Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова. Главе государства был представлен отчет о проделанной работе ведомства за 2022 год и планах на предстоящий период. Также проинформировали о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, позволивших существенно снизить количество убийств по стране. Усилена работа по раскрытию краж и скотократств. По словам министра Марата Ахметжанова, были задержаны 24 лидера и 114 членов организованных преступных группировок. Главе государства сообщили о принимаемых мерах по борьбе с киберпреступностью. В рамках реализации комплексных мер по противодействию интернет-мошенничествам компаниями сотовых связей заблокировано 5,5 миллионов звонков с подменных номеров. Министерство внутренних дел ликвидировано 6 ОПГ и пресечена работа 165 сайтов с признаками мошенничества. Кроме того, МВД совместно с другими правоохранительными и специальными органами выявлено 2781 преступление. Из незаконного оборота изъято более 15 тонн наркотиков и ликвидировано 70 нарколабораторий, а также заблокировано 1990 наркосайтов.